Марк Карпеллес предстанет перед судом в Японии. Как сообщает Japan Times, бывший генеральный директор рухнувшей биткоин-биржи MTGOX на следующей неделе предстанет перед судом в Токио по обвинениям, связанным с исчезновением из цифровых кошельков виртуальной валюты на сотни миллионов долларов. Биржа MTGOX, на которой происходило более 80% всей глобальной торговли биткоинами, закрылась в 2014 году, после того, как исчезли 850 тысяч токенов на общую стоимость около 480 миллионов долларов. После скандала с MTGOX Япония приняла законопроект о том, что все виртуальные валютные биржи должны регулироваться агентством по финансовым услугам.